Привет всем! Меня зовут Бекешева Аида. В 2018 году я закончила Казахский государственный женский педагогический университет по специальности педагогика и психология. Благодаря двудипломной программе нашего университета я закончила Государственный университет Долины Миссисипи в Соединенных Штатах Америки. Наш университет также дает возможность по другим специальностям закончить университеты таких передовых стран, как Турция, Польша, Великобритания и Франция, и также Южная Корея и Китай. Познай мир с женским педагогическим университетом.